А это гнездо. Дремлет птица. Гнездо орла рыболова. Это сейчас самка и птенец там иногда выглядывает спереди возле грудки птенца, грудки самки. Сейчас тоже 4 часа раннее утро, 4 часа и 36 минут. Как видно здесь, вот это 13 июня 2020 года. И какие-то очень громкие звуки здесь раздаются. Непонятно. Даже похоже было как гром, но ясное небо и погода хорошая. Никакого дождя и грозы не предвещается. Вот, ну, похоже, с другой стороны, что как будто порывы сильного ветра, что ли тут, что-то гремит. И похоже даже как будто, может быть, где-то птенец еще, самец где-то возле гнезда копошится. Звуки были такие, что как будто вот эти перекладываются с места на место палочки вот из гнезда, прутики эти. Но, скорее всего, это ветер, наверное. Вот там ветки сосны, сосновые ветки. Похоже, как от порывов ветра покачиваются резко. А несколько минут раньше, когда я смотрел эту трансляцию из этого гнезда, то самка еще ела какую-то рыбинку с белым мясом, белорыбицу. Ну, типа, не уклейки, а подобной такой красноперки. Да, похоже, это ветер сильный. Ну вот, и пока я переключался на эту камеру, чтобы начать съемку, то уже самка эта уселась в гнездо, а была она ближе сюда, к веб-камере, опять крупным планом ее было видно очень. Почти все обзор она закрывала, когда она ела эту здесь рыбину. И вот уселась опять на гнездо и дремлет, а птенец вот то и дело вылезает. На улице, наверное, не так холодно. А вот он вылезает, но прижимается к самке головой. Вот что-то там гремит, как будто на ветру что-то громыхает от ветра. Thank you.
как будто что-то перекатывается. Или, может быть, это ветки так от ветра ударяются где-то, может быть, и в веб-камеру. Возможно, так и есть, что некоторые ветки цепляют при ветре сильном, прижимаются к веб-камере, касаются ее, и такой звук получается. Так, ну, все понятно, здесь заканчиваю съемку.